Всем здравствуйте! Сегодня неожиданно для всех стало известно о том, что бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин прокомментировал иск семьи покойного Юрия Шатунова в отношении себя. Он считает, что вдова артиста Светлана Шатунова пошла на такие меры, поскольку не может вступить в наследство. По словам продюсера, все права на песни группы, а также остальное наследство зарегистрированы в Америке. Да, они опять начали разбирательство. И опять пытаются что-то сделать. А я хочу сказать, что все эти суды – просто бумажки для подтирания, заявил Разин. И вот буквально несколько часов назад поступила информация о том, что Московский суд по интеллектуальным правам отказал вдове певца Юрия Шатунова, Светлане, в иске из-за прав на товарный знак «Ласковый май». Отметим, что изначально за помощью в восстановлении прав обратился сам певец в 2021 году. Ответчиком по делу значился Руслан Филатов из Сочи. Певец просил привлечь индивидуального предпринимателя к ответственности за использование товарного знака. Однако тогда Юре Шатунову было отказано, после чего адвокаты артиста подали несколько жалоб на пересмотр дела. В качестве уважительных причин восстановления пропущенного срока при подаче заявления о пересмотре решения по новым обстоятельствам. Чумакова указала получение свидетельства о праве на наследство 5 апреля 2023 года в связи с постоянным проживанием за границей. Светлана Шатунова просила вновь начать рассмотрение дела из-за вновь вскрывшихся обстоятельств. Арбитраж указал на то, что вдова артиста должна была обратиться сразу после того, как у нее возникло право на получение наследства артиста до оформления официальных документов. Поэтому было принято решение, что вступление в права Светланы Шатуновой только в апреле этого года не является основанием для восстановления срока на подачу заявления уважительной причиной. Как далее будут развиваться события, пока непонятно. Очевидно лишь одно – Светлана Шатунова так и не появилась на могиле своего супруга после того, как открыли памятник Юрию Васильевичу. Очевидно, что она очень занята оформлением всех документов на право наследования. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!